где ты, милый, я потеряла силы. От где я услышал эту песню, господи? Не знаю, я открыл пиво. Мы снова работаем, блядь. Нет, ты хорош, ты легенда, Мишаня. Здравствуйте, ребятки, уважаемый зритель. Михаил. Он пьет пиво. Да, всем привет. Я подпивас. Подпивас. Сиалорн, привет, Урна, привет, здравствуйте, ребятки. Так, что-то надо бедолаге монетку дать. Так, что, первый остров, говоришь, да? Что-то по бедолагам-то у нас как-то плохо. Надо, наверное, народ нанимать. Народ, в смысле, на ротан. Ты меня понял. И в рот и в жопу. А мы где, блядь? Мы на первом острове. Забыл? Привет, Снерк и Миша. Михаэль. Так, вы, работяги, идете к нам. Я в правую сторону, если что, побежал. Вспомнить, что здесь. Да, с правой стороны, здесь на пристани стоит портальчик один. Поэтому мы его бьем. И, в принципе, на этом все заканчивается. Как дела, ребятки, у вас? Рассказывайте. Урна, Сиалорн. Как провели день учебный? Сегодня вообще какой день недели? Сегодня четверг. Четверг, вот, учебный день. Пятерки наполучали? Миш, ты пятерку получил? Я в рот получился. Не без этого, как говорится. Я понял тебя. Ой, тут народ денежек нахоботил откуда-то. Откуда деньги? Снерк, с каких пор на грифоне бегаю? А вот. Я бегаю на грифоне. А ты сел, кстати, на оленя-то? Да, да. А, ну все тогда. Базар, Джексон. А у нас фермы с тобой есть фермы. Сейчас улучшу тогда. С нашей этой мадмуазелькой. Надо вкачивать фермы. Дела хорошо, как у меня. У меня дела тоже хорошо. У Михаила еще лучше. Правда, у него был выбор, либо поиграть со мной, либо пойти на Бухич. Но как бы вы понимаете, что он выбрал. Пока играем, да. У него не было выбора. Пока на чиллауте. Мне опять деньгами насрали. Лесопо. Так, я так понял, ты решил в левую сторону расширяться, да? Ну так. Делай, делай. Короче, у нас была сокранка, плюс всего 5 уроков. Что такое сокранка? Хорошо. Сокращенка, типа? Кто сокращенку называет сокранкой? Странное название. Ну ладно. Охранка. Охранка. У меня деньги опять вываливаются из карманов. А, все? Что-то быстро. А кто-то пришел хоть? Ну, я с правой стороны не видел. Ну, может, я завтыкал, конечно. Ну, я тоже еще не видел. Так, ну что, я тогда заказываю отряд на правую сторону. 2. Пусть народ будет. Формируются. Справа тогда порталы фиганем. И будем влево тогда двигаться. Мы, конечно, налево не ходим, но тут придется. Вариантов не будет. Т9 сокращенка, я понял. Я понял. Почему король бегает на оленя, а ты его рыцарь на грифоне? Почему я рыцарь? Я его королева вообще-то. Ну, и шлюха на подсосе. Тут как бы одно из двух, да. Третьего не дано. Да, забавно получилось. Так, здесь можно, я так понимаю, улучшить лучников. Я вкинул туда 3 драгоценных камушка и вот так вот делаем. Да, и теперь, видимо, что-то
с чем-то будет. А вот вопрос, у меня рубинчики-то кончились. А здесь, по-моему, есть еще типчик с левой стороны. Принцесса с сюрпризом? Ну, да, я. Да, вот сюда еще три изумрудика надо. Покушайте принцессу с сюрпризом. Да, да, реально. Нифига себе. Зачем так страшно опять было? Пускай будет принцесса, вообще я в эти ваши гендерные дела не лезу, может у нее штык между ног, может быть, я не проверял. Финка НКВД там. Мне страшно туда заглядывать. Я первую серию не смотрел, пересматриваю весь Майнкрафт для нубов. Да о чем вообще? Блин, хватит мне деньги давать, но нету мне... Чё? Что там? Я могу атаку грифоном делать? Ага. Или подожди. Что-то я не понимаю, как это работает. Да. Зажми shift. Зажал. У тебя ничего не произошло? Нет. А после этого направление вправо или влево shift, а потом направление? Не, я через shift просто бегаю. Нет, это понятно. У меня через shift он какую-то... Он, короче, крыльями машет. И у нас кровавая луна. Всем привет. О, жирный пришел ко мне. Нет, Сиалор, я не смотрел... Майнкрафт для нубов, такого я не знаю. Жирный, высокий такой здоровяк? Да, он обратно камень только что скинул. Ну он, да, он серьезный парень. Все, нафидел бомжара. Кровавую луну надо рыбачить? Кто тебе сказал такое? Я не очень понимаю, а вообще заканчивается? Или все только начинается? Понял. Вопросов не имею. Я отправляю два отряда. Мы погнали ломать портал. Так, паренек, тебе надо деньги? Да. Так, я приду. Давай, мих-мих. Это террария. Ну ты так и пиши сразу, я же не допираю до всего сразу. Надо объяснять, пояснять, понимаешь? Когда-нибудь я дождусь снова террарию, но на крайняк Майнкрафт. Может быть. Все может быть, мы отрицать не будем, но... Надежда умирает последней, это мы тоже знаем. Бедная Надежда. Бедная Надежда, да, жаль ее. Я жду народ, если что. Народ? Да. Жду народ. Народ не будет сегодня. Да как так-то, блин? Я ради этого прибежал сюда. У меня работяги долго бегут. Как будто бы уже полдня прошло, а мы еще портал не начали. Может, я и поторопился, конечно. Да, я типочков крыльями, короче, удуваю потоком воздуха.
Я мем. Ну не так жестко, как хотелось бы, но все равно нормально. Не жалейте надежду, а то это ваша мода каждый месяц испускает последний писк. И все равно сдохнуть не может. Да. А мода? Ночь? А, нет, я портал добил просто. Но звук был страшный. Ну да, есть такое. Прям такой, я немножко обосрался. Так, можно поставить маяк? Я кину немножко денежек сюда. А там маяк построил? Да, да, так а чё? У меня же говорил пристань и, собственно, портал. Нормально. Да. Теперь можно не бояться расширяться вправо. Чисто фигачить фермы. Деньги зарабатывать и в левую сторону раскидывать там твоих цепочков. У меня тут уже такая плановая застроечка пошла. Ну ты как обычно, градостроитель. Мне бы еще денег кто-нибудь выделил, было бы вообще прекрасно. Что-то у нас так много фермеров стоят без дела. Значит, у нас фермы две, по-моему, или три. Две, по-моему. Ну, сейчас я вон там еще одну ферму построил. Надо это. Сейчас качать ты имеешь в виду ее? Фермеров в дань собираю. Я вот тоже здесь начал. Ребятки, давайте, срите в меня золотом. Ну, бля, у меня фул кошелек. Монета упала вон из жопы. Блин, тут лошади... А, это улучшенная ферма. Ой, блядь, а? Ты чихнул, что ли? Да-да-да, читаю. Спасибо. Алло, вы чё, долбоёб, куда пошли-то? Ети денег. Не понял. Куда собрались-то? Что, блядь, стену разъебали, что ли, или что? А, бля, в натуре. Может, да, может и нет. Прикинь, стену снесли, сукины дети, блядь. Капец. Я тут думаю, что за хуйня-то, блядь? А что такое, блядь? Так, ну нам нужны еще лучники. Немножечко. И фермеры, собственно. Дальше все и так ясно. Хотя фермеров бегает очень много без дела. Ну вот я построил ферму. Ну вот они драпанули в твою сторону. Видимо, почуяли. Ну нахуй, оленя застрелили. Ой, зима. Это плохо. У нас на фермах расти ничего не будет. Блять, денег нет. Поэтому надо сейчас будет вкидывать в копьеносцев, чтобы они рыбёху вылавливали. Ну ладно тогда, чё? Деревья, блять, посносим тогда. Ну хули не тут нехуй. Я вот не помню, кролики... Есть зимой или тоже их мало? Время делать много маней. Маней, да. Чё у тебя там? Да у меня тут цыган ёбаный. Цыган. Где ты, милый? Так, ну деньги мне никто давать не хочет, понятно. В принципе, реально цыгане. Тут, кстати, по хуйне идти-то до портала. Да, да, так первый остров, он поэтому маленький. Ну,
принципе, с учетом зимы, наверное, дней за 10 дойдем. Возможно. С учетом поступающей прибыли в нашу казну, да. Да. Сукины детишки, блядь. Но кролики есть, кстати. Я сейчас порубил деревья. Кролики спавнятся. Я вот еще думаю, сносить ли торговца. Ну, думаю, пока не надо. Ну вот я тоже думаю, что пока не надо. Пока не стоит. Я, блин, поторопился с этими рубинчиками. Надо было, наверное, вкинуть их этому. Какому-то типочку. Может, он открыл бы какие-то улучшения? Тут он домик какой-то ебучий есть. Ну вот я в него и хотел вкинуть, а я поторопился, вкинул в алтарь этот монумент, статую. Время анекдота. Однажды бабка увидела свободное место в автобусе и выпрыгнула из такси. Блять. Как будто бы правда. Нормально. О, ёбаный рот. Парни. Чё, война? Ну, у меня тут просто строители немножечко ебут. Ну как? Как Нихуя, немножечко? нихуя себе народу, блядь, прибежало. Так, ну нет, кстати, фермеры еще что-то выращивают. Видимо, не такая жесткая зима. Может, меньше денег? У меня грифончик устал. Где ты, милый? Фига, ты расширился, нормально. Я деньги-то вкинул. За два копья, и они исчезли. Не, ну может они, конечно, появятся потом. Так, а там с левой стороны какой портал-то? Ты который бегал, большой. Смотрел? Большой? Угу. Ну надо будет, получается, его трахин-трахин. Вы вряд ли поймете, но я хожу конем на Е4, то мой дед ходит Е2, Е2. Действительно непонятно. Действительно, да. Да, Е2, Е2 ходит дед, это, конечно... А, Е2, Е2, я да. Понял. Жаль его, конечно. Дошло, блядь. Не, ну я понял сразу. Наладом дед дышит, блядь. Дед дышит наладом, да. Наладном. Наладном, да. Хороший, хороший анекдот. Подожди, это чё? У меня какие-то ягоды. Ну, синие. Вижу, вижу ягоды, да. Я вкинул в них монетку. И не понимаю, что происходит. О! Парни рыбу ловят. Не, парни-то молодцы. А что я сделал с кустами? Что я сделал? Что-то фермеры тоже какие-то бабки вносят. Фермеры крутые парни. Это... анекдоты через Г. Анекдоты.
Который придумал сам великий Лололошка. Ой, ну он прям жесткий парень. Так, подожди, бежит фермер. Он что, сейчас ягоды будет собирать? Да, прикинь, он ягоды собирает. Да ну нахуй. Да. Че, я тоже тогда монету в ягоды вкину. Сори, что пропал, я кушать делал. Да ничего страшного. Урна, ничего страшного. О, сука, Залупкины дети, блядь, бегут. Ну, у тебя как обычно там какая-то... Ну, ебаный рот, блядь. А у меня расчеловочка. Съебали нахуй, в страхе, блядь. Сука ебаная. Ой. Сука ебаная. Это типочков бьют или тебя? Нет, у меня типов тут казнят, блядь, просто нахуй. Сука. Ну, двух строителей, сука, съели, блядь. Да, то есть я народ притаскиваю, а ты его там. Ну да, малёха ебали их. Малёха растрачиваешь. Они нормально. Расхитительные люди. Они просто в нищих превратились, пришлось 3 монеты лишних потратить. Ну, когда не тратили. Ну. Да, суки, забор долго строят. Хули сделать. Подловили на ошибки, блядь. Реально. 50 дней. 50, да. Скоро 52 будет. 52, да. Надо будет отметить. Великий день. Так, надо мне, наверное, бахнуть вот здесь ферму, чтобы у меня чисто ребятки тусили здесь. А-а-а! Я вот что еще, кстати, вспомнил. Когда мы с тобой ставим ферму первого уровня, тогда у нас типочки не тусят на ферме. А второй, третий уровень, они остаются. Потом хижинка такая пристраивается. Это вот так работает, по-моему. Я понял, что тебе очень интересно, пошел я нахер. Нет, тут ферму как раз ставил. Ой-ой-ой, откуда деньги-то опять? Блин, печально, что алмазов тут нет. Думаю, нам надо портал снести, короче. И это. Сразу на другой остров. Да, да. В принципе, я думаю, что, наверное, следующий день ты можешь уже лететь туда, нет? С отрядиками. Отправить? Да, да, да. Да, в принципе, так-то можно. Что-то народу без дела очень много ходит. Короче, вот вам задача по математике. Второй класс, жили два ежика, один направо, другой налево. Вопрос, сколько попугаев прилетели на север, если медведь спал 4 дня? Уедь. Да, вот у меня такая же картина в голове буквально. Я думаю, что 4. Но Урна решил эту загадку быстрее меня. Да куда мне столько денег-то? Вы издеваетесь вообще? Я тут пока парней заставляю строить. Правильно. Пусть делом занимаются. Да, сука, ёбаный урод. Куда, парни? Все за стену, блядь. Уже поздно, нахуй. Спать пора.
Ох, ебать, народу так-то прибежало. Ну, не все мелкие, поэтому, как бы, ну, очередняры откисают. Ну, все. Давайте стенку сразу до максимума прокачаем. У меня закончились деньги. Надо эти, блядь, из казны пиздить. Бичара, он что-то мне без дела ходит. Надо его нанять. Ой, фига, я чихнул жестко. Да их много ходит. Без дела. Так, ну 51 день на 52 давай. Пойдем грязь делать. Ни хрена копьеносцев. Ептить колотить, они шагают стройно. Кто шагает дружно в ряд? Пидорасиков отряд, блядь. А за что вообще? Так, ну все. Деньги в этих закончились. Фермеров. А нет, нихуя. А, так тут до портала, все, нет, следующий день точно нападаем. Тут прям буквально ничего идти. Задний фон мне нравится на этой локации. Есть такое. Прикольный. Давайте посложнее. Было 4 паука, одного сожрала птица, а третий упал в паутину. Четвертый прыгнул. Чё? Вопрос, сколько пауков осталось на паутинке? Ничего не понял. Было 4 паука, одного сожрала птица, третий упал в паутинке, четвертый прыгнул. Сколько осталось пауков? Один остался. Может, я не прав. Видимо, я не прав. А может, я лев. Кто его знает? Я построил корабль. Хорош. Так, ребятки, солнце светит. Давайте, фермеры пашут. Чё без дела сидим? Ну, у меня ночь. Я не знаю, где там солнце светит. Но это так было. Фигура речи. Луна светит, негры пашут. Вот такая доля наша. Опять у меня это чучело устало. Животное вот это. Мишань, заряжай отряд, пусть бегут уже. Да? Да? Ну, уже садится. Луна. Окей. Ложится спать. Пятьдесят два, нах. Блин, хочется челика вот этого разблокировать. Ну, это не судьба уже.
И он, я не понимаю, как будто бы какой-то лучник. А может и нет. Вот смотри, покажу сейчас фокус. Да. Он так не сильно откидывает, но... Ну, я понял, он откидывает. Жизнь, может, спасет чуть-чуть. Я все-таки хочу посмотреть, как портал этот разрушается. Сомневаюсь, что он разрушится. Не, ну там должен упасть камень. Тем временем, короче, я срубил все деревья. Не, Мих, ты жесткий. Генеральное, так сказать, расширение, оно... Оно ему быть. Ну все, Мих, обвалился просто портал и все. Да, все. Да? Что-то быстро, как в прошлый раз, блядь, дольше это было. Ну как будто бы да, это что такое? Тут камень повис, это что такое? Где? Смотри, левитирует камень. Кого-то съел. Ну все, погнали, что убиваем. Ух ты, нихрена. Это что? Подожди, он что, типа со временем восстанавливается или что? Не знаю. Что-то я не выкупил. Какого хрена он влетел туда буквально? А прикинь, восстанавливается? Ну, по кайфу. Бесконечный фарм. Ну, как будто бы да. Ну, а смысл какой от этого? Ладно. Ну, все, что, отплываем, наверное. Да? Быть у нас от работяг. Ловить, в принципе, больше нечего. Сейчас надо еще подождать, пока эти запрыгнут, бедолаги. Ой, эту тетю надо забрать. Для улучшения фермы. Ладно, давайте еще посложнее, расшифруйте сообщение. Это за гранью моего понимания, дружище, я вообще не выкупаю. 53, нахуй. 53. Где тетя? Ой, там, сдохла. Кстати, маяк можно было еще улучшить до второго уровня. А, вот тетя. Так, сейчас я маячок быстренько там улучшу и... С нами отряд еще, кстати, поедет. Отряд прям поедет? Угу. Фига. По жести. Сейчас, в принципе, еще парочку лучников ждем, и все, можно отплывать. Снарк, прикинь, если будет такое средство передвижения, типа матрица, едешь медленно... И бьешь, и бьет всех. Это что значит? Нихуя. А, мортира. Я понял. Средство передвижения мортира. Едешь медленно и бьешь всех. С нами три отряда, если что, едет. Так, а может четвертый сейчас еще нырнет? Хороший вопрос. Не, ну это возможно и нереально, конечно. А что я бегу, если я могу портал поставить?
Я, конечно, все деньги всру, но... Я думаю, что это того стоит. Ну что, лучники-то прибегут, блядь, нет? Капец, ты отличник по литературе. Да, дружище, когда ты смотришь в монитор игровой и видишь пиксели, и потом отворачиваешься во второй и читаешь чат, иногда буквы немножко путаются. А, здесь портал же работяги должны построить. Поэтому мне быстрее добежать самому. Все верно. Это было всего лишь... Снерк и Миша пошли в стриптиз-клуб и потратили там все деньги. Пиздец. Да. Вот так и живем, блядь. Так и живем. Но это по жести, слушай, вообще, конечно. Это жестко. Этот парни, он рыбу по пути, блядь, ловит, нахуй. Так правильно, парни, молодцы. Я тут со всех дань собираю. Заказываю им, чтобы тоже без дела не сидели. Так, тетю Мотю забираем. Еще тут, может, парочку крестьян ограблю по пути. Ну, в принципе, мы готовы отплывать. Больше народу не прибежал. Сейчас я кошель денег насобираю. Хотя бы чуть-чуть. Но сейчас может... тяжеловато будет. Сейчас тяжело очень будет. Потому что базы нет. Денег нет. Но вы держитесь. Нихуя не. Все? Ну да. Кидывай. Поплыли, погнали. Полетели. 53. Было бы красиво, если бы было 52, конечно, но ладно. Ну. Так, чё? А, вот я вспомнил, какую кнопку нажимать. Да, мы здесь челика не разблокировали с тобой. Ну ладно, ну, может вернемся. Алмазы заработаем, да вернемся. Погнали. Погнали, бля. Третий остров. Так, народ налево побежал, значит нам туда же. И все начинается заново. О, бомжи. Так, я, наверное, еще строителей. Да, давай, строителей да. Сразу. Давай двоих, наверное. Я побежал. Здесь закажу и в левую сторону. Может, кого-нибудь рубану в лагерь сразу. Да, вот здесь сразу два типочка есть. Так, сразу стену надо прокачать. Стену надо, сейчас будут больно бить. Очень больно. На заднем фоне какие-то странные горы. У меня из окна видно вот такие горы. Нифига, с левой стороны, мужик, я уже 3 лагеря пробежал. А я вот алмаз залутал. Сколько у тебя их? 3. 3? Здесь я вижу домик, где можно челика достать, но надо 4 алмаза. Ой, здесь конь и, есть. И портал вот я нашел. Очень близко, кстати, к нам. Тут новый конь. За 2 алмазика. Ну, пока похуй на коней, честно говоря. Пока вообще не до них. Слушай, ну тут прям расстояние приличное. С левой стороны я вижу уже 2 портала. 2 маленьких и 1 большой, короче. Так, у меня 2 бомжа без дела ходят. Давайте в лучники, нахуй. Чё, собак? У меня собаку стырил. Серьезно? У меня просто говноед стырил собаку и убежал с ней в портал. А собаку-то за шо? Цыган. Реально цыган. Я буду долго плакать. Без собаки. Блин, ну это жестко. Что-то я вообще не ждал такого.
Я буду громко плакать. Ай, так, ладно. Капец, остров странный, очень странный, да. Сейчас три выходных подряд. Три выходных подряд? А почему у тебя три выходных? Это что за интересное расписание такое? Вот Снерк шутит, а я живу в горной местности. Из окна реально каждый день вижу горы. Плюс у нас каждые 4 часа по ИКБ взрывают ТНТ. Развлекаются, да? Там молодежь какая-то. ТНТ, блядь. ТНТ. ТНТ пушку кто построил, блядь. А зачем канал взрывать, я не понимаю. Блядь, я ошибку совершил. Нормально. Повезло. Что в первый день бомжи ебаные пришли. Если б что-то дохуя народу пришло, проебали, кстати. Я же в курсе. Ну, было бы не круто. И у нас, кстати, торговца нет. Ну, или он пока не дошел. Но мне кажется, что его нет на острове просто. Мне кажется, его просто нет, он был уже. Жаль. Выборы в пятницу. Пойдешь голосовать? Это губернатора, что ли, выборы? Ты имеешь в виду? Не цыган, а кореец. Корейцев-то за шо? Какой-то паренек, блядь. Строитель, что ли, блядь? Че, разблокировать строителя? Бля, кто это, блядь? Строителя? Ну, тут какой-то, блядь, постамент, я хуй его знает. Не надо. Там еще левее пробеги, там есть домик. Вот давай в домик кинем. Давай, посмотрим, домик, что за челик будет. Ну, у меня денег нет только. Там разве деньги нужны? Там нужно 3 кристалла, по-моему. О, блядь. Давай сделаю, сейчас посмотрим. Надо до фермы срочно строиться. А, ебаный в рот, вот 4 кристалла, у меня 3. Тогда копим. О, конь какой-то боевой, блядь. Ну там на коня тоже 4, по-моему, надо. Там еще помимо кристаллов надо еще деньги. А, чтобы пересесть? Да. Так, ну я уже могу ферму поставить. Давай, ставь. Правда... Она просто без защиты будет, у меня денег вообще нет. У меня тоже нет. У меня тут лучник на кроликов охотится, единственный. Я сейчас, наверное, до базы добегу, еще лучников закажу. Все в лучников, ребятки, давайте. Делайте кроликов. Ну как делаете? Трахин, трахин. Так, ну динамит, ладно, у нас город построили на месторождении мрамора и золота. Жестко. Причем наш город первый по добыче мрамора во всей России. Вы прям солидные ребятки, слушай. Молодцы. Город Садка, Челябинская область. Я думаю, что ты народ не фармишь, а у тебя же денег нет. Ну. Но у меня, в принципе, тоже сейчас нет. Поэтому ты сильно не расстраивайся, 2 монетки в кармашке. Да печально, что денег-то нет. Да. По-хорошему-то нам бы дефаться, блядь. Нам надо местность порубить. Так, я может, еще кролики заспавнятся. Типа вкину. Какого? Ну, что, где там след... Ну, в этого, в лучника. Где там следующая эта стенка? О, блядство, ебаное. Далековато. Там вон пареньки бегут уже. Ты
пока вроде по хуйне приходит, так что нормально. Ну пока да, нас щадят определенно. Хватает тех, кто у нас есть. У нас есть завод Магнезит, и он добывает мрамор. Подожди, Челябинск или... Ты что, мне отдал их, что ли? Да, просто скинул. Ладно. Я где-то видел этого типочка, куда можно на хранение отдать. Я вот не помню, где, с левой стороны или где я видел. Надо прочекать. Вау, деньги-то кончились. Одного типочка нанял только. А второй бедолага просто смотрит. А второму я кинул изумруд. А пошел он нахуй, блядь. Да-да, но он его не взял. Хотя если бы он его взял, я бы, конечно, расстроился по этому поводу. Определенно. Не, ну то, что с нами приехало три отряда, это здорово. Они нам помогают. Они хотя бы нас подефают просто. Да, да. Плюс-минус, блядь, так или иначе. Так, ребята, где деньги-то? Че вы кроликов-то никого не убиваете-то? Бегаю с драгоценными камнями в мешочке, а денег ноль. Ну я вот вроде пока с деревьев фармлю бабки. С дерева где-то x3, вот x2 иногда дропается. Вот сейчас, например. Нормально собираю денег. А у меня лучники не доходят просто. До места, где можно кроликов поубивать. Черти. А руби лес. А мне денег ноль вообще. А, печально. Хоть одну монетку я бы начал. Да, я сейчас тебе принесу. Спасибо, отсыпал. Отсыпано. Ну-ка, интересно, у нас ягоды соберет кто-нибудь? Есть вообще кому это сделать? Не, мне кажется, это только фермеры делают. Не, при том, что типа я вроде пометил. Есть еще вариант. Где деньги, Лебовски? Да. Я без денег пизда, нахуй так-то. Вот мне надо вот здесь стену ставить. Ну, на твою сторону расширяться, потому что... Короче, я предлагаю сейчас вот ночь закончится. Ну, вот ночь пройдет, точнее. И пустить отряд на уничтожение этого. С левой стороны портальчик? Да-да-да, ближайшего портала. Ну, давай попробуем. В таком в экстренном темпе, короче, вот здесь стену построить. Здесь. Да. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Ты давай это хватит, наверное. Ну сейчас вот они еще будут и убегут. Все, все, уебываем, господа товарищи. Давай, 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 нахуй. А, крыльями махни. Сука, все равно монету спиздили. Ай, откат есть! Все, 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 все будет. Да, не работает, я не понимаю почему. Да, все. Жопу кусают, иди, иди с нами. Да, без денег выбили. Угу, чайная хуйня. Это вот лишний заборчик. Так, а у нас отряд здесь один, по-моему, да? С левой стороны. Отправил отряд. Куда, направо? Угу. Так, а направо там далеко портал, по-моему. Да нет. Монеты у тебя есть? Да есть, я понял, что ты хочешь. На чутарь подкинуть им будет. А ему не надо. Что ты на базу нахуй вернули деньги, блядь? Я тогда расширяю, давай. Ковыряйте там свои дела, а я буду свои ковырять.
Хотя бы линию обороны построю еще одну. Наверное. Давайте, сукины дети. Стой, говмайн. Жестко, жестко. Забрал за 30 рублей, поиграл 5 дней и забил. Ты про Мунлайтер, что ли, говоришь? Сиалорн. Не, Мунлайтер прикольная игрушка. За нее определенно лайкосик. Блять, парни убили этого. Щитоносца? Угу. Жесть. Денег, потому что выбили с него. Давай крыльями ему нафиг. Да хватит выбивать из него лук. Ну, нормально, все, он его выебал. Короче, сейчас вот эти деревья рубят и это улучшай забор. У меня вообще ноль денег. Ну вот сейчас они. Ну, вот эту копейку скинул. Нихуя, откуда у них, сука, денег? Не знаю, насрали что-то. Что-то деньгами, нахуй, нормально работали. Сейчас надо хотя бы на камень насобирать первого уровня. И нормально. И потом, короче, строить уже этот. Скажи мне ферму, блядь. Мне две монетки надо. На ферму? Нет, на забор каменный. А. Да куда? Ты еще забрал у меня. Так, работяги, делаем. Так, ну и фермеры должны появиться, по идее. Хотя бы будут ягоды собирать. Не, ну зима как будто бы проблема. Ну, зима это пиздец. Че он встал? Ты че, вообще похуй, блядь? Вообще дурак, что ли? Давай бегом за стену, дебилой, блядь. Чисто никуда не торопится парень. На похере полном. С левой стороны народ вообще не насобирал ничего. Хотя, по идее, могли бы и кроликов побить. Не, ну мы, получается, рубим с тобой лес, а зимой, видимо, кролики в лесу как раз-таки находятся. Они в траве. Трава, видимо, не спавнится сейчас. Поэтому скорее всего. В этом вся проблема. И у нас, получается, единственный источник денег сейчас это... деревья. Ну, да, деревья, ну, и лучники. Лучше еще кролика уебали. У тебя есть деньги? Неа. Ты ждать, пока кролика убьют? Ну вот я поставил, тут как бы должны к дереву, блядь, прийти. Паренек-то, блядь, где нахуй? Ну, они куда-то убежали. Мне надо пару монет, я закажу у фермера. Так, у меня 4 монеты, по-моему, 4 монеты на фермера и надо. Да, да, надо 4 на фермера. Надо еще ему указать ягоды. Одну еще, да, монетку там надо. Какие, там какие-то указаны уже. А, у меня 3. Указывал. У меня не 4. Чайно. ГГ.
Парни, ну давайте хоть где-нибудь, хоть кто-нибудь-то. Кроликов-то надо. Чё, вот с левой стороны отряд сбегал и ни одного не убил никто? Это же бред. Так, я нахуй просто так, что ли, дерево тут, блядь, указал, или что? В чем проблема? Не знаю, может они боятся туда подходить, потому что там портал о, прям рядом. Портал-то, блядь, разрушили. Но он там чуть-чуть разрушенный. О, еще конь. Да, здесь их двое. Вот одна сраная монетка мне нужна. О, наконец-то. Деньги есть. Хотя сейчас, может быть, фермы и не надо ставить. Потому что у нас только ягоды. И вот челик побежал налево. То есть с той стороны... Ну, это потому что там ягоды. Ягоды, да, помечены. И, видимо, он их побежал вот как раз-таки собирать. Побежит на следующий день, точнее. Так. Я на следующий день в ту сторону побегу. В левую? Да, скинь мне, кстати, один алмаз, потому что я сейчас вот 3 золота. Ты хочешь челика взять этого? Да, да, да. Да, ебать, их нахуй приходит уже. Это еще немного, на самом деле. Ну, у нас стены всего, блядь, 2 уровня каменные. Нормально, нормально. Пока что живем. Так, фермер, ну, иди ягоды собирай. Это ягоды, блядь. У меня просто в кармане 2 рубина, блядь. А толку от них никакого абсолютно. Так, фермер погнал. Я хочу последить за этой процедурой. Он, короче, соберет. Ты потом дальше чуть пробеги. Там еще ягоды есть. Я, конечно, не уверен, что надо прям так далеко фермеров уводить. Ну, посмотрим, ладно. Надо подождать, пока он соберет. Какой-то дед, блядь. Я какого-то деда залутал из этого дома, блядь. Ну, бери его. Не, он сам пиздует. А-а-а. Какой он крутой. Так, фермер один кустик залутал, 2 монетки принес. Давай мне еще 2. Я пойду еще фермеров делать. Он даже 3 дал. Какой щедрый куст на 3 монетки. Не, строитель просто отказывается в правую сторону идти ломать. Видимо, все-таки из-за портала. Скорее всего, да.
Нифига, это чё за страшилка? Капец, он стрёмно выглядит. Это дед вот, блядь. Есть монетка одна? Она может подождать, пока полностью вырастут. Не-не, я хочу еще одного заказать фермера. А чё, он говорит, куда его тащить надо? Дед. Я просто подцепил деда, блядь. Катаюсь теперь с дедом, нахуй. Ну, с ним веселее, наверное. Ну, хуй его знает. Сомнительно, но окей. О, ёбаный рот. Смысле, он... кто монету, пидор, выдал? Ну, он кролика убили, он ее стырил. Хуйло, верни, бля, деньги. Все, дед, блядь, слез, нахуй. Ну, это страшное какое-то создание вообще. Не, я могу, конечно, погуглить, посмотреть, что это вообще. Да, мне тоже интересно, блядь, что это за хуй. Кам, деливери. Так. Юниты Кингдом. Хранитель, отшельники. Это называются отшельники. Пекарь это, слышишь? Отшельник-пекарь носит фартук и поварский колпак. Доступен за 4 рубина на третьем острове. Бла-бла-бла. Башня превращается в пекарню, и в ней становится покупка караваев. За одну монету. А, ну у нас за 4 монеты. Максимум 7 караваев. Если в пекарне есть хлеб, нищие со всей карты будут стягиваться к этому зданию. Это облегчит их наем. Избавляет игрока необходимости посещать лагеря нищих. Нормально. Нищие будут съедать купленный хлеб и превращаться в граждан. Понял? То есть нам даже ничего не надо делать. Я так понимаю, то, что... надо брать этого типочка и приносить к вышке. Которая с лучниками, она, видимо, переделывается в пекарню. Ну, может, это про маяк, блядь, идет речь, нет? Хотя не, вряд ли про маяк. Не-не, мне кажется, это про обычную вышку. Вот я сейчас проверю. Я его взял. У меня денег, конечно, нету. Но может, конечно, там с какого-то уровня. Погнали этот портал снесем на той стороне. Не, ну ты как бы делай. Право. Я-то, в принципе, не обязательно. Мы уже ночью. Ой, точнее, не ночью, а после волны. После ночи. Ну, да, после ночи. Дай денег. У меня ноль. Хоть на какие-то расходы микрозайм. Зай. Возьми на себя мой микрозай. Я утону в твоих глазах. Это любимая песня Тимохи, кстати. Блять. Кринжанули всем селом. Да, так и есть. Так, а мне интересно, кто еще есть? Пекарь, это понятно. Есть лучник. Кстати, сейчас отбегать будем. Не, я думаю, нет. Нормально, продержались. Что-то парни очканули, блядь. Реально. Отшельник-лучник отличается маленьким ростом, носит шляпу с пером.
Модифицированная башня будет снабжена баллистой, позволяющей поражать монстров на большой дистанции. Для использования требуется один строитель, который будет заряжать баллисту и делать выстрелы болтами по прямой. Вау. На дистанцию около 3/4 игрового экрана. Зашибись. Мерка, конечно. Баллиста способна поражать... Ну да, короче, тоже башня превращается в такую фигню. Так, еще какой-то военноначальник и оружейная. Башня превращается в оружейную, где можно нанять еще одного дополнительного рыцаря с той стороны королевства, с которой оружейная расположена. Так, понятно. Фермер. Ну, фермера мы поняли, кто он делает. Что он делает, он у нас есть. Гарнистые горны. Отшельник установит горны на стены 5 уровня за 18 монет, которые способны призывать всех юнитов, кроме строителей, с противоположной стороны. После того, как горны будут построены, необходимо заплатить одну монету. Так, понятно. Зельевар еще так же. Короче, ладно, по мере поступления будем читать. Пока что они нам не нужны. Так, ну, ребят, давай, чуть-чуть осталось. Ладно, я по звуку узнаю, когда ты разберешься. Да сукин сын, блядь. Чё, ты ж добил вроде. Ну да, но он его все равно убил. Ну ладно, чё поделать. Нам надо улучшить наше главное здание с тобой еще. Надо. Блядь, рот ебал. Типы бегут за мной. Ну, с левой стороны пока тихо. Но это временная мера, конечно. Я уже хочу прям пекарню поставить. Чтобы эти нищенки приходили. Мне интересно, с какого она ставится. Ну, вот у меня сейчас эта тетя... Ну, не, видимо, надо улучшить там до какого-то уровня все-таки. Потому что я сейчас улучшаю до 2 уровня вышку, и ничего не происходит. Да сукин сынок, блядь. Ох, ебать, там пизда идет народу. У меня вообще никого нет. Причем такого жесткого народу, блядь. Сука, надо стену в камень апать. Надо, денег нету, надо сначала фермеров. Потому что в данный момент времени... Денег не маева вообще. Наступили какие-то темные времена. Да. Не зря старки говорили, что зима близко. Пизда нам. Да? Так пизда, и есть. Пизда близко, блядь. Я чувствую запах. Так, фермеры немножко денег назарабатывали. Но, блин, мне не хватит в прокачку. Да, мне не хватает 3 монет. Для прокачки, поэтому еще фермеров берем. У тебя с правой стороны кусты-то есть? Да. Как без них-то? Не, ну у тебя стройка конкретная здесь. Ну, какие деньги есть, те и используем. Правильно, правильно, молодец. У меня 4 монеты буквально в кармане, и... Немножко плаки-плаки по этому поводу. А так, в принципе, все зашибись.
Ловим расчеловочку. По ночам. Я не понимаю, с какой периодичностью надо вкидывать деньги в кусты. Ну, когда это не полностью вырастут. Татаро-монголы нахуй набежали. А чё такое, парни? Чё, пока нахуй бежали, утро наступило, блядь? Да что вы нахуй такое? Что ж такое-то, блядь? Как такое может быть, блядь? Что ж так не везёт-то, а? Как так может быть-то, ёбаный в рот, блядь? Куда побежали, нахуй, блядь? Как ты с ними жестко. Мне жалко их становится. Педики, сука. А минусы? А вот и, блядь, портал их. Да, ну по две монетки с кустика, ребятки, давайте-ка, может, вы поболее будете собирать что-нибудь? Как-то мало по две монетки. У нас строители вообще есть или они у тебя все задействованы? А вот бегут. Ну, у меня вроде. Я, короче, еще два строителя беганул. Давай, а то как давай. Будто бы недостаточно. Немножко влево расширяюсь. А кусты пропадают, да, когда мы их забором застраиваем? Нет. Нет? Аля вот. Не пропадают, но... На расчеловочке немножечко. Тогда нормально. Так, и фермеры собирают... А, нет, не собирают, показалось. Ночь наступила, они все в страхе унеслись. Лучник, беги быстрее! Правда, опасности пока еще не было, но я за него испугался. Как твоя сторона? Да нормально, вот ДФМ сахули. Моя тоже вроде нормально. Пока живем. Но денег как обычно, конечно. Да, денег немножечко нихуя. Пятьдесят два нахуй.
62. Да, есть такое дело. Так, ну давай еще расширять буду тогда территорию. Наверное. Вот ёбаная зима, это ж просто пиздец. Ну зима вообще, да, мне тоже что-то вообще не заходит. И непонятно, как долго она будет продолжаться. Допустим, мы начали летом. Потом у нас была осень. Дней 20, наверное, плюс-минус. Не, ну будем на это надеяться, конечно. 5 дней, наверное, где-то уже прошло. 6 там. В этом районе. Так, а мы с правой стороны маленький портал разрушили, да? Твой. Ну, у меня еще один тут уже. Ну, это понятно. Просто вот я ближний свой еще не разрушал. Надо будет сейчас заняться этим. Наверное, в следующий день отправлю отряд. Сейчас я на секунду отойду. Да, давай. Что, волну уже отбили? Или еще не было? У меня как будто бы не было. Мих! Пропал Мих. Так, что ты тут? Да, да, я здесь. Я слева отправил отряд, мы сейчас будем херачить. Давай, портал. Делай. Он там далеко, нет? Да не, недалеко тут буквально. Один экран, если так измерять. Нихрена его бьют. Моего малого-то. А, его выбили. Так же, как у тебя, слышь? Угу. Жесть.
Не, Мне ну что так? кажется, стену сломали. Стену сломали? Да. Не, ну теперь нам остается с тобой только улучшать замок. Потому что мы, я так понимаю, всех наших многоуважаемых рыцарей просрали. Да, есть такое. У тебя какую? Вот эту сломали стену, что ли? Или ты дальше еще строился? Дальше, дальше. А, вот здесь? Ну да, сломали. По жести, Мих. Уже каменные суки разъебывают, пиздец. Так, ладно, я пошел слева деньги соберу, надо улучшать, улучшать главное здание, надо, надо. Блин, налился воды и забыл взять кружку, прикинь. Забавно вышло. Нет, мимас. Да. Нет, себе печеньки принес погрызть сейчас. У нас появляется банкир, и интересно, будет ли там золото. Но я, конечно, очень в этом сомневаюсь. Ну и, естественно, у него нихера. От слова совсем. Я вообще его не вижу, где он ходит. А, ну сейчас же ночь, он спрятался. Секунд. Так, я одну стену пропал до максимума. Миллион против атомной атаки. Подожди, а мне кажется, или у нас зима заканчивается? Угу. Наконец-то. Заживем. Сейчас надо на ферму апать. Надо, да. Еще одного возьми. Если а у меня две монетки. Денег кот накакал, как говорится. Так, ну фермер бежит, как будто бы... пахать землю. Правда, он с косой, это так забавно. Ну, наконец-то. Ну, а, чё, а здесь кролики вообще? Так, лучники, алло. Вы чё тут бегает дичь? Которой надо настучать по жопе. А, ну и по идее сейчас трава на пустырях появится. Лучники тоже начнут деньги делать. А может и не начнут. Да, наконец-то эти черти работают. Может, ебали этих лучников. Определенно. Наконец-то. Как я люблю лето. Я вот сейчас это понял. Работать, сукины дети, бля, денег нет нихуя в стране. Одна копейка, блядь, в кармане, что за пиздец? У меня было две, я и то банкиру отдал. Я тоже свою последнюю скинул. У меня, блин, с моей стороны мосты. И на них не спавнятся кролики. Поэтому не круто.
Согласен, узнали. Фермеры, давайте, маленькие, давайте, делайте. Но сейчас солнце зайдет, они ни хрена не успеют собрать этот урожай. Надо фермы апать. Ну, чтобы, блядь, они оставались. Чтобы их апать, надо, блядь, деньги. О, мужик, деньги, Гойда. Наконец-то деньги. Одну ферму апнул. Деньги, деньги, деньги. Ёбаный миллион долларов, нахуй. Так, сразу апну тоже ферму. Я еще лучников наделал. Чутарь. Так, нам надо накопить, улучшать себе главное здание. Чтобы отрядики были. Это без них прям плохо. У меня, блин, с левой стороны ферм вообще нет, прикинь. У меня ближайшая ферма, я, конечно, могу ее поставить, но вся проблема в том, что мне стенку не поставить, чтобы ее защитить пока что. Ну, я сейчас еще одну стенку поставлю, вот сейчас волну отобью. И поставлю. У меня тут ферма какая-то, близко. Сука, ебаного кролика застрелили, гандон на нее распиздил. Ферму поставил. Значит, надо пойти до стенки. Установить стенку. У меня, кстати, тут дохуя ферм. Плодородная. Я сейчас ферму просто настрою нахуй тут. Плодородная линия, реально. У меня, если что, 4 фермы, буквально вот 4 экрана, 4 фермы. Нормально? Нет, это не нормально. Я считаю, это заебись. На улице Рейн. О, коняшка. До этого коня я еще не доходил. Надо за этот день успеть до третьего хотя бы уровня стену прапать. Лучше до четвертого. Ну, по-моему, мне денег до четвертого не хватит. Да, до четвертого денег не хватит просто. Я сейчас пособираю что-нибудь, если тут у народа, конечно, есть. Ну, сейчас у меня парни тут по кораликам, блядь, постреляют. Может, и насобираются деньги. Блин, ну тут парни, ебаный урод, 5 миллионов кроликов. Давайте, нахуй, расстрел. Жило. Давайте, бам-бам. О, заебись, хватило. Осталось успеть. До ночи это все сделать, и будет кайф. Как же приятно собирать урожай, это ужас. Как же приятно собирать деньги. Да, 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 но в виде урожая я имею в виду. Все, кайф у меня тут. Все, все чиназас. Так, я, короче, одну ферму еще улучшу сейчас. Вот здесь денежек и типочков еще позабираю. Потырю, скажем так. И пойду вкину в главное здание. Главный таунхолл наш. Блин, дождь, прикольно. Не, звук приятный прям вообще от него.
нравится. О, у нас катапульты, мужик, доступны. Да, я знаю. Так, двух копьеносов, вот даже трех, блядь. О, последние деньги. Не, ну моя сторона вообще денег не приносит пока что. От слова совсем. Ай, печально. Сейчас моя должна приносить. Нет, твоя должна приносить очень много. Парни, денег мне жило, нахуй. Чё-то мало было, блядь. Чё-то супер мало, парни. Бедолага бежит. Деньги? Денег нет, понял. Делаю деньги, как священник. Так, ну короче, этих нанимать. Все, деньги кончились? Угу, прям последние. Вот я вот эту ферму улучшил, и сюда пришли лошади наши. Ну. Я не знаю, что это значит, может они навоза делают, конечно. Черт его знает. Ну вот на этой ферме, блядь, сколько тут типов нахуй? 6-7, блядь. Ну тут их до хрена вообще, тут очень много. Какой нравится? Нам сейчас деньги надо на фермеров насобирать. Паренек, видишь, бежит, блядь. Но у него здесь посев. А у тебя портал еще один далеко? Да нет, плюс-минус близко даже. На, просто. Бедолага, кролик. Вон еще одна ферма, ё-моё. Да, да, да. Не, смотри, у тебя их очень много. Дальше. Тут типчик еще. Дальше ферма. Ох ты, нихуя. Паренек нафармил. Насрали. Так, и там получается у тебя портал следующий. Угу. Под ферм прямо сраться. А чё, ребята не работают день же? Фермеры спрятались что-то. Вы чё, ребят, привидения увидели, типа? Или что происходит? На моей стороне еще два портала. Чё, почему посевы сдохли? У народа. Чё за бред? Вроде же наступила осень, лето, весна. Осень, зима, лето? Да, да. Ты не выкупил прикола? Так, всё, мужик, у нас каменный с тобой замок. Можем нанимать отряды наконец-то. А я тем временем коня сменил. Быстро бегаешь теперь? Ну, не сказал бы. Просто сменил. Просто пошел он нахер, короче. Ну. Конь этот. Ублюдок. Так, а я с левой стороны себе сейчас тогда сформирую два отряда. Он вроде выносливый. Ну, выносливый. Вот она. Оборона, блядь, Севастополя на месте, нахуй.
Ой, олень твой идет. Я думаю, че он такой благородный? А он такого короля возил. Что-то... А ты ускоряешься сейчас? Да. Ну, он не быстрый, но зато я бегу, типа, не отжимая shift уже дохуя. Ну, я понял, выносливый. Да, он очень выносливый. Не, ну это хорошо. Так, фермера нанял еще. Я же последний сундук, короче, на этой локации забрал. 4 кристалла залутал. Вот у меня еще 3 осталось. Ты прям уверен, что это последний? Да, я до конца добежал. Ну ты с правой стороны до конца добежал, а слева же мы не добегали еще? А я не знаю. Я вот тоже не знаю. Надо узнать. Надо узнать. Надо узнать. Я хочу узнать надо, бля. А, ты-то зачем появился, ублюдок? Портал открылся. А-а-а, то есть вы вот так делаете, да? Мужик, я сейчас отвалюсь, наверное. Да? У меня просто прям... Да-да-да-да-да. Надо откупать. Надо в другую сторону бежать. Зря я сюда полез. Да. 2 рубина, 3 рубина. Да. Ты-то нахрен пришел вообще? Да, как просрать рубины? Все. Да, ну я... Пиздец. На, уж нахуй. Ну я, кстати, я не думал то, что они побегут в левую сторону за мной. Я хотел туда пробежать, нанять типочков и вернуться. Ну ладно, пух. Не, ну так-то да. Минус 3 рубина, конечно, печально, ну. Говорит, я нафармил 4 рубина. Ну. Один. Один, да, ага. Не фартануло сундуком, блядь, хули, хуйня ебаная. Сколько, говоришь, 4? Да-да-да. Вот куда их пихать надо. Отдай вот сюда один, где я стою. Так не, у меня уж никто не остался, я на коня же один потратил. А-а-а. Ну и 3 в никуда потратил. 3 в никуда, да. Вернул игре, так скажем. Да. А справа у тебя нанимать типочков можно? Да. Просто мне позарез надо рыцарей. Чтобы 2 отряда сформировать и захерачить этот портал грёбаный. Я одного, конечно, здесь из дома быта выкупил. Нормально, у меня тут парни, блядь, нафармили денег. А, он стал копьеносцем. Молодец просто, крутой. Возьми с полки пирожок с копьем. А тебе кого надо? Мне нужен рыцарь. 2 штуки, чтобы отряда сделать. Захерачить портал. Потому что я из-за этого не могу расшириться и поставить себе ферму дополнительную. Чтобы у меня тоже доход с моей стороны был. То я сижу с голой жопой без денег. У меня тоже доходы-то не особо, блядь. Потому что у меня есть одна ферма только работает. На других типов просто нет. Ну вот, еще плюсом типов нет. Ну ладно, 2 тут фермы работают, и все. Больше нихуя. А, ну типов вообще просто нет, да? Да, да, вот я одного слева сейчас еще нанял. Угу. По идее, да-да-да, сейчас будет. Я как раз еще одну делаю. У меня, по идее, должны быть, типа, сейчас я найму. Ну все, у меня раз. И второй сейчас забирает, все нормально. 2 рыцаря есть. Рыцари долины. Это какой, 68-й? Да, это 68-й. Нормально, да? Нормально, да. Так. Там получается все. Так, вот 2 типов нанял. Я хочу попробовать переоборудовать вышку в... Как это называется? В пекарню. Угу.
штука, а я не понимаю, с какого уровня вышки можно это сделать. Я думал, что с максимального. Ну, сейчас проверю. Там получается первый, второй, я сейчас делаю третий. Строители куда-то делись все. Они у тебя, что ли, все? Ну, у меня. Просто у меня один трудится, пашет. У меня двое тут. Это двое только. А, ну у меня, потому что на катапульте стоит народ здесь. Какапульта. Как и шпульта, да. Конкретная причем. Так, ну что, ты достроил? Я, да. Да ты это тут причем? Так, нет, еще идет улучшение вышки. И этот говнюк с меня не слез, пекарь. Пекарь-какарь. Ладно, ждем. Сейчас еще раз вышка улучшается. В очередной раз. Не, копьеносцы, кстати, нормально прибыль приносят. Они просто АФК ходят по всей протяженности нашего королевства. И ловят рыбу. Парни на чили, блядь. На расслабоне, нахуй. За музыка. О, говноеды из алтаря. Алтаря, говорю, блядь, с портала нахуй пошли. Ой, алтарь. Блядь, это что такое, нахуй? Придите. Этот забор построил, он первого левела, нахуй. Ебать, что-то пиздец. Все, мужик, я разобрался. Надо улучшить вышку до уровня, где будет три типочка в ней сидеть. Угу. Вот я сейчас подхожу, вкидываю в него деньги, получается будет пекарня. Да, все, пекарь слез, строит, поэтому все нормально. Сейчас к нам говнари будут со всей округи сбегаться. Вот это кайфология, я называю. И я погнал портал ломать. Сколько вам денег-то надо? Не, я, конечно, не уверен, что я справлюсь. У меня в кармане одна монета. А, ну я прибегу сейчас. Давай. Дохуя денег. Хотя нет, тут портал что-то развалился буквально практически в секунду. Все. Может, вы уже ебали до этого. Ну, до этого рейд был секунд 10, и меня снесли. Ну, 15. Как бы на этом все закончилось. Так, я ну и как выглядит... Качаю. Как выглядит пекарня? Ой, какая она милая. Так, и мне надо 4 монеты, чтобы хлеб сделать. Сейчас принесу денег. А я сейчас натырю фермеров. С твоей стороны как раз таки. А ты вот с этих собирал? Ну, вроде да. Нет, насрали. Нет, насрали, ну это ладно. Так, ты себе рыцари еще не забывай делать. А то у тебя нету их. Так, хлеб раз. Хлеб два, ставь, закидывай еще. Сука. У меня есть на. Одной копейки, блядь, не хватило. Ну все, получается, сейчас нищенки будут сюда приходить. Кайф. Можно за ними не бегать теперь. Наконец, блядь. Можно пизды не отхватывать от голумов этих ебаных. Голумов.
Они прям бегут, слышишь? Прям бегут. Кто мне из этих уебанов, правда, деньги вернет, блядь, алмазы? Ой, мужик, ой, мужик, летит, короче, тварь, которая сжирает народ. Это которая? Это которая тварь, а ну ее убили, ладно. Ну ты ее узнаешь из тысячи. Застрелили нахуй шмарочек. Ибо нехуй, все верно. Вот они стрёмные, они народ жрут только так. Ничего, на постоянке я, просто. У меня парни тут. Ебать денег нахуй, парни, откуда? Дай денег. Просто кроликов расстреляли нахуй, видимо, я так понимаю. В забор вкинуть. Блять, у меня тут парни не хотят идти дальше, потому что тут портал ебучий стоит. Мне тут приют для бомжей не хотят строить. Это печально. Так, ну, кстати, когда мы ставим с тобой приют, тогда они не прибегают. То есть они бомжами стоят возле приюта, и надо подходить и за 5 монет их нанимать. Это похуй. А вот из палаточек они прибегают по КД, типа. Теперь нам надо 2 бомжей брать. И шлюху, и этого урода, блядь. Да. О, у меня и вот вопрос в том, мы можем с тобой переносить только 2? Да, скорее всего, да. И это тогда сомнительное удовольствие, конечно. Не важно, что мы можем несколько типов садить. Так, ну чё, ребятки, давайте расширяться влево тогда. Где тут я стену могу поставить? Я даже кочку не вижу. Ну, тут 2 варианта. Либо я слепой, либо я слепой. Вот первая кочка, которую я увидел. Буквально 3 экрана. Если не больше. 4, наверное. Наконец-то, блядь. Военачальники нахуй прибежали, блядь. Сейчас портал нахуй отъебу в жопу. Сракатан, сракатан. Да, вон у меня, блядь, 2 отрядика нахуй сейчас стоит. Сейчас зарубу ебаную, блядь, устроим. Не, ну у меня ребята тоже заряженные стоят. Готовы идти в бой. Но я хочу, конечно, построить стеночку. Блять, они монету из рук в руки передавали, но их застрелили, блять. Блять, бедолаги ебанутые. Не повезло им, получается. Так, все, я погнал месить бомжей. Делай. А я буду налево расширять тогда. Но у меня с заборами очень плохо. Прям очень плохо. Вот хуже не придумаешь. У меня расстояние здесь будет просто нереальное. Нихуя. Меня типа если что сразу нахуй убили, блядь. Так вот, у меня то же самое было. Когда я на портал на первый нападал, у меня типчик отвалился просто в моменте. Так, да. Я тебя понял. Молодцы, парни. Расхуярили бомжей ебаных. Сука.
Та сразу пиздили, это конечно жесть. Главное, чтобы моих строителей не забили сейчас, пока не бегут. Из-за твоей войны там, с другой стороны вселенной. Хлеб надо еще не забывать заказывать. Они уже весь сожрали просто. Нихуя себе. Угу. Собираем немножечко дань с твоей стороны. Ой, нравится, хорошо насрали. Не, ну фермеры делают дело. Они прям молодцы. Фермеры делают, да. Спермеры делают. Спермеры. А за что их так? Нет, сожрала у меня типа, прикинь. Гадость слева прилетела. Летит просто на базу к нам практически. Damn. Она сожрала просто этого строителя. Блять. Бабку не трожь, а будет есть? Да вряд ли. Нет, не будет. Она его держит до сих пор. Я вот сейчас увидел. А у меня отстрелить некому. А, она еще одного забрала. То есть она двоих типов у меня забрала. А кто-нибудь собьет эту гадость вообще? Вопрос. Строители, бегите. Она просто тащит у меня двух типов. Но лучники-то должны ее забить. Забили, типочек упал. Они встали. Нормально, ладно, живые. Спасибо на этом. У меня стену расхерачили просто, понял? Mm-hmm. Мне прям нормально насували. Ну, у меня, да, у меня просто с моей стороны нет стены. Просто нету стены. Чё за спаун такой дурацкий вообще? Генерация ублюдская. Зато вот здесь начинается одна. Еще одна. И еще одна. Короче, оборона Севастополя будет дальше. Здесь пока про это рано говорить. Я хочу коня поменять. Наверное. Что рубинчики все равно некуда вкидывать. На следующий остров разве что. Ну, на следующем мы, наверное, еще найдем. Ну да. Единственное, только будем ли мы с тобой возвращаться на первый, чтобы там типа забрать какого-то? Тут вопрос, да. Надо ли? Что там, блядь? Где-то, собственно, уже должна быть пристань. Пристань. Вот и пристань, по-моему, да? Пристань, отстань. Отдай деньгу. Ты чё, ошалел? У меня говнюк забрал монетку и не отдает. Ты кем себя возомнил? Алёша. Странный чел.
Ой-ой-ой. Молодежь бежит, я понял. Ё-моё, вы все еще играете, да, Сиалорн? Еще играем. Пока еще двигаемся. Я испугался типочка мирного, который бежал. Он что-то во тьме как-то страшно выглядел. Я немножко почти нагадил. Сходил под себя, читарь. Да, да, да. 71-й? Жестко. Да. Мы уже с Урной немного поиграли. Я, наверное, спать пойду сейчас. Решил на минутку к вам заглянуть. Я понял, Сиалорн. Но молодцы, что там поиграли. А во что вы играли-то в итоге? В Майнкрафт, что ли? Майнкрафт, новое движение? Из этой оперы? Майнкамф. Майнкамф. Ну, книжка про Гитлера. Да, я понял уже, насуждаю. Как будто бы у нас нехватка строителей. По кайфу. Ну, я бы так не сказал. Я вон нанимаю этих работяг. Мне нужно больше денег. Нужно больше золота. Нет, без золота, так сказать, продвижения нету, блядь. В Майн играли, молодцы. А сколько эта игра в Стиме стоит? То визуально интересно, геймплей норм, хотел бы поиграть. Так ты можешь посмотреть просто в Стиме, я не помню, сколько она стоит. Но мы покупали, по-моему, вообще дешево с тобой, да? Что она хуйня стоит? Распродажа. На распродаже. Так, ну я наконец-то завтра. Я наконец-то. Завтра расширю до этого забора гребаного. Я заколебался уже здесь сносить все это говно. Хотя вопрос. Я мог, не снося вот эти вот деревья, у меня сейчас будет эксперимент. Не снося те деревья. Ух ты, нихрена, работяг бежит, а что так много? Это жестко. Класс, она мне слово геймплей замазала, серьезно? В чате геймплей замазала. Забавно. Не, она не только в кооперативе. Ты можешь играть соло. У нее несколько есть частей, назовем так. Первая просто Kingdom, по-моему, называется. Вторая Kingdom New Lands. И потом вот Kingdom две короны, собственно, в которой есть возможность играть в кооперативе. Ну ты посмотри, там очень много ее. Прикинь. Что? Эту спиздили. Кого? Которая эти строит, блядь. Кто? Сука, скажи мне, я скажу. Фермы. Кто? Эти мелочевку утащили? Да. Охуеть. А ты ее с собой, что ли, взял? Да. Ее просто спиздили, блядь. Ошибка, Мих. Я так собаки сегодня лишился уже. Охуеть, блядь. Да. Ну, это пизда, нахуй, так-то. Ну, так-то да. Ну, а что сделать? Без нее пиздец. Ладно, без нее тоже фермы неплохо приносили. Ну, как бы да, но, блин, конечно, потеряли бойца.
грустно. Вот я сейчас строю дальний заборчик, не снося, короче, деревья. И мне интересно, что сейчас будет. Деревья останутся или они просто свалятся все? Эксперимент. А ты можешь мне притащить два рубинчика, пожалуйста? Откуда нахуй? Ну там с твоей стороны же этот типочек. Я просто далеко, мне так лень бежать. Ну я тоже далеко просто. Я пошел вообще сносить этот нахуй. Ну ладно, ладно. По скидке она сейчас 75%, 175 рублей. Ну так вот и все. Очень вкусно. Халява. Халяль. Парни, вы нахуй куда без меня-то убежали? Ну, конечно, понимаю, что вы там не въебаться опасные. Давайте без самодурства, нахуй. Наконец-то у меня добежали строители грёбаные. Один, точнее. Где еще? Ты же один полгода будешь это строить. Это что, тебя бьют? Что за звук? Ну, я портал разъебываю. А, ты здорово придумал. Да. Парни вроде справляются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, я сейчас походу типов откупать буду. Да. Ни хрена вас там. Это много. Либо можно купить Kingdom New Lands по скидке 85% за 85 рублей. Иронично, да, согласен. Так, ладно, я теряю строителя 100%. Деваться некуда. Я календарь Тёма, привет, как дела у тебя? Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, здравствуй. Ты-то куда бежишь, придурок? Я календарь. Я календарь. У меня, короче, фермер побежал. Ой, фермер, говорю, строитель побежал фидить. Ну, правильно. Он просто прибежал сфидить. Гений, просто гений. И ты побежал фидить, что ли? Нет, он развернулся вовремя. Молодцы, ребята, нравится, как вы двигаетесь. Дела не очень хорошие, что случилось у тебя? И в рот, и в жопу? По классике, хули. В ванной сломалась труба, и что, теперь не помыться, что ли? С грязной жопой? Так, я заказал еще строителей, короче, пусть они двигаются. Но что-то они все побежали в твою сторону. Буквально в моей стороне нужны строители, а не все в твою. Нахрена в твою-то? Еще бы денег. Ух ты, ни хрена насрали. Мих, ну у тебя плодородная земля, конечно. Скибиди доп-доп. Капец, Мих, у меня уже не влезает. Все, просто через край. По жести. Просто по жести. Я побежал в свою сторону. О, Мих! Мих, с левой стороны, посмотри, вот зацени вот это, вот видишь? Вот это гады, которые типов жрут. Че, у меня опять там стена развалилась, что ли? Че за бред? Не, ну я как бы надеюсь, то, что их отобьют сейчас. А по идее должны. Потому что если там отряд есть, они... А, ну у меня сожрали всех, понял? Прикол. У меня просто вот здесь бомжары одни.
Но я, ты сейчас их не накидываем денег, не надо. Потому что их сейчас опять съедят. Я ничего не могу, к сожалению, сделать. Как у нас дела? У нас что-то как-то хреново. О, там еще и здоровяк идет, мужик. Почему строитель, ты куда бежишь? Потому что их сожрали просто всех сейчас. И у меня строители бегут фидить, вот просто они тупые. Потому что у меня от стены до стены расстояние просто километровое. На этом как бы все. Но... Ну и нахрен ты мне вот эти деньги срёшь? Чё мне с ними делать? Вот, вот скажи мне на милость. У меня просто ломается стена от здоровяка. Понял? Буквально сейчас. И на этом как бы все. Типочки у меня уже отступают. Стена у меня пала. Еще одна. Эту пекарку я спасаю сейчас, потому что вариантов других просто нету. Мужик, у меня стена, у меня просто левая стена сейчас упадет. Вот этого здоровяка просто не убить сейчас. Алло, долбоёб, на денег. Да ему не нужны деньги. О, слава тебе, господи. Ебаное чмо, блядь, сдохни от рака, нахуй. Так, надо лучников нанимать очень много. Блядь. Давай, короче, упарываемся в мою сторону, надо здесь восстанавливаться. Пиздец, ты проебался тут, конечно, я смотрю. Так, а что я сделаю? Налетели вот эти твари и сожрали просто все у меня. Просто у меня паренек вообще стены, блядь, не строит. Так ты посмотри, вот у меня стена. Посмотри, вот стена, видишь? Ну. Вот это вот. И беги до следующей. Побежали со мной до следующей. Я смотрю, деревянная вообще там стена была. Нет. Была, да. А, не может быть там деревянный. Ну как, ты там задолбался бежать уже, да? Ну, неплохо, неплохо. Неплохо? Да. О. Бомжара, блядь. Пекарь бомжара. А вот следующее. Надо. Прикинь. Ну, нормально, чё. О, ёбаный в рот. Пекарь, я не могу его взять. Алло, идиот, садись, нахуй, и пошли. А то сейчас и пекаря у нас заберут еще. И поэтому опять народ бежит, блядь. Понимаешь, в чем проблема-то? Да. То есть я просто не могу ничего с этим сделать. Ты здесь еще на стройку отправила сейчас строителей, которые сейчас зафидят вот эти вот ублюдки. Видишь, они не могут развернуться сейчас. Алло, диод, блядь, сел нахуй. На... Эту утащи. Главное, чтобы ее не забрали. Ладно, дура ебаная. Нихуя не понимаешь. Да похуй, забейте на строителей, похую на них. Я-то хочу спасти их, а они дебилы не могут бежать. Чё вы стоите, придурки тупорылые? Вот это нахуй что такое, блядь? Просто идиоты. А сейчас они бегут направо какого-то хера. Какого хера вы сейчас бежите направо, тупой искусственный интеллект? Меня бесит это говно, просто раздражает. Вот смотри, у тебя... Почему стоит. Они сейчас чапают направо у меня? А один строитель несчастный побежал налево достраивать ту стену. Что происходит? У меня просто съели людей всех. Я вот за целый день сейчас не успею просто расшириться. Отстраивай стены сначала до максимума.
Потом уже это. Сначала деф, потом хуев. Сначала дадеп. Дадеп, да. Так, сейчас за деньгами, блядь, сгоняю. Наконец-то он прибежал строить. Ну, типа, стену построил. На максимум, конечно. Если еще работяги сейчас мне деньги отдадут. Может, мне на стену хватит. Хватает, давайте, делайте. Гномик, беги! Ой, ты как здесь оказался? Ебаный в рот, блядь. Етить твою дивизию? Ну как так-то, а? Да. Говно из жопы я это называю. Вот откупай этих придурков, которые вместо того, чтобы бежать обратно, бегут сюда. Вот еще один, смотри. Высочайший интеллектуал просто. И просто 5 строителей обосранные. А, еще один бежит. Не, гений, ну, просто ладно, гений. Где? И еще один бежит. Да, забей. Это просто прикол. Какого хера здесь так далеко стены вообще? Что это за бред вообще? И почему вот эти вот сраные обсосники на лучниках не идут дефать народ вообще налево? Почему? Потому что стены нет. Сам стену застрою, тогда уже. Найми строителей, пожалуйста. Я этих заберу, бедолаг. Хотя они здесь ходят по, как по бульвару просто. Как будто бы это наше владение, хотя стена-то не достроена. Зато продажа копьев здесь находится, и мне это нравится. О, исчезло. Зашибись. Короче, сказать, что я в тильте от этой ситуации, ничего не сказать. Ну, нормально, но типа, блядь, жестко. Она решаемая, блядь, но... Стен буквально нет, блядь. Стен буквально нет. На вот ту стену, которую вот ты поставил... Надо ее до максимума запать. Я не вижу строителей, чтобы они бежали туда. Они сейчас до следующей ночи не успеют ни хрена достроить. Должны успеть. Но у меня нет денег. Строительный молоток лежит. Типочки не идут, чтобы его брать. А они там просто гуляют. Может, игра сломалась? Да нет, не должны. Ну ты зря на самом деле поставил ту стену на прокачку, потому что они не успевают с ней буквально ничего сделать. Это будет зафит. Стен вообще нет. Ну куда бегут-то, блядь?
Побежите, ебанутые. Эти придурки за молотками бегут. Вот они только молотки взяли, чтобы сейчас побежать и зафидить их, понимаешь? Я говорю, просто из вот этого говна идет бред просто полнейший. Вот сейчас еще два строителя подошли, молотки взяли. Бежит, бегут, maybe успеют. Да не, я сомневаюсь, они там уже должны жопу рвать, подходить. Успеют или нет, вот в чем вопрос. Так, ну ночь наступила. Я их сейчас подкупаю пока. Бегут, пидорасики, бегут. О, ебать, парни стену построили, да, ну нахуй, клянитесь. Че, успели? Да, ну тут да добегут, не ли тип, добегут ли типы, вопрос, блядь, вот это уже... Мне кажется, не добегут. Да, сейчас разъебут стену как раз. А они только стартанули, мужик, они не успеют, они разворот дают. Все, минус два строителя. Они разворот дали, и там еще два строителя к тебе бегут. Дебилы, куда они бегут, господи. Блин, если бы я играл соло, у меня бы просто пердак бы сейчас сгорел. Минус еще два строителя сейчас будет. Он бы сейчас так полыхнул у меня, пердачело, просто нереально. Ну не, сейчас должны развернуться эти ублюдки. Сука, тупоголовые, блядь. О, ишачьё, просто ишачьё. Ладно, пошел стену восстанавливать. Успеет они вопрос или нет? Вопрос хороший. Ой, я погнал дань собирать с твоей стороны. Ну бегут, сейчас они вот прям сейчас стену построят. И в принципе должны... Должны эти прийти, блять, вояки ебаные. Не, они-то, конечно, должны, но не обязаны вообще буквально. И на что я вообще рубины потратил? Да я пересяду-то на тебя, лошадь. Конь гребаный. Да, строители бегут. Ну, я их поддерживаю чуть, там отряд-то хоть бежит? Ну, он бежит, да. Ну, они сейчас уже развернутся буквально. Ни хрена меня ударили жестко.
Капец, у меня деньги просто вот как у тебя сейчас. Не умирай. А я тебе деньги отдаю какого-то хера. Ай, блин, это сюр просто. Ну-ка, пеносец нормально сделал. Я он, блядь. Уложил народ. Ой, это... Да. Не, ну понимаешь, они построили стену, но типы просто не добежали туда за такой промежуток времени. И вот сейчас отказываются отстреливаться просто. Да. Дебики, просто дебики. Да, блядь. Это ужас. Это странно, блядь. Это очень странно. Должно быть. Не должно быть такого. Это вообще не должно быть. А оно почему-то есть. Никогда такого не было, и вот опять. А, я думаю, куда идет конь? Все, теперь понятно, куда этот придурок пришел. Куда? Ну, к стойлу, где, собственно, все пасутся. Или он дальше идет? Нет, он дальше идет. А куда ты вообще чапаешь? Гений, миллиардер, филантроп. Я просто не понимаю. Я вот хочу на него сесть. Что мне с ним делать? О, наконец-то. Спасибо. Я пересел на него, не знаю, насколько это хороший конь. Заодно проверим. Не, что-то какое-то говно. Я чутарь пробежался, он уже сдох. Но быстро восстановился. Нет, не восстановился. Ладно, я обратно на этого пересаживаюсь. Он медленнее бегает и как-то быстро устает очень. Что, твои ставки, типочки укрепились там? Ну, они бегут туда, как минимум. О, они добегут в этот раз, блядь. Да ну нахуй. Клянитесь, парни. Я не верю. Он разобрался с этим дерьмом, блядь. Конец, сука. Ну вот катапульту повезли вот только что. Да похуй на катапульту. А. Уже разъебали, да? Вот и я, да, о том же. Бля, и отряд сейчас весь народ тоже улетит. Да. Ладно, похуй, давайте, блядь, полностью откупимся от них. Все. А, Миха. Это настолько ужасно, что просто жесть. Ну, он сейчас, по идее, должен прибежать строитель. Прям сейчас уже должен прибежать. По идее, на этот раз он уже должен дойти. Да, 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 вот они сейчас прибегут туда. И эти бомжи должны дойти успеть. Нормально.
Есть портал поблизости? Ну вот я валил где-то здесь. Надо его восстановить и... Будет. А, в смысле, ты имеешь в виду, откуда типы лезут? Нет, который телепортируется. Который телепортируется правее хижины, там где-то. Дебилы ебаные, блядь. Все, они должны пойти. Ну вот они идут, блядь, неспешным шагом. Просто клоуны. Я строю еще один следующий заборчик, он тут прям рядышком. Мем. Нормально, искусственная игра, блядь, держит просто на одном месте. У него же места нет. Как будто бы хочется закрепиться вот здесь и с позором выйти просто из этой игры сейчас. Ужас просто, я не знаю. Да, немножко... Где они там? Тут уже обычный лучник доковылял просто сюда. Уже ночь наступает. Где они? Они опять не успевают дойти. Да не, должны. Я их просто не наблюдаю. Они вот только-только подбегают. Ну, только-только хорошо. Подбегают, но вот... Ту стену, к слову, уже бьют. Уже начали, я их стопаю как могу сейчас. Просто стопай деньгами их и все. Мужик, у меня корону сбили. Прикинь. Да я чуть понял. Не зафидел только что. Забей, они не успели. Снесли. Ой, гребаный рот, нахуй. Да забей. Да на цирк, блять, уродов. Ну ты дура ебаная, мне вот этого лучше. Не знаю, но они просто не успевают за целую ночь и за целый день добежать, достроить заборы. Апай вот тот забор дальний. Да он практически весь апнут. Он каменный, предпоследний который. Ну, папы до последнего. У меня денег нет, чтобы апать. Ну, тоже. Бегу за деньгами. О! Все, кровавая. Кайф. Нет, тут как будто БГГ сразу. Ну, просто продвинуться не можем, мем. Такой мем, блять, это пиздец. Мне еще из всех наших чудиков никто денег не может дать. Ну вот они забор поставили. А проблема вся в том, то, что у этого, у этих отрядов у них нет лучников просто. Угу. И вот они только сейчас почапали. Они не бегут, они просто идут спокойным шагом, поэтому они не успевают.
Ты опять тэпнулся, что ли? Угу. Просто у меня в моменте деньги полетели, и я вообще не понял, что это такое. Я подумал, что бог с небес спустился, не знаю. Слава богу, я атеист. Но тут слава я поверил. Богу, да. Ну да, да, не, кроваво, это точно ГГ. Как бы тут 100%. Все, нахуй ночь наступает, ебаный в рот, блядь. Да? А типы там даже половину не прочапали маршрута. Ладно, я сейчас попробую сделать. Что, откупную? Да. Сомневаюсь, что это поможет. О, сука, залупа это летит. Да, да, она только лучниками убивается. Ой, ебаный. На-на-на, просто я услышал это. Ну, добейте. О, там большой пай, биг бой, блядь, идет. Биг бэйби тейп? Да. Я не знаю, что надо придумать. Я тоже не знаю. Его зарезали нахуй. Не, ну это хорошо, конечно, что типочки-то высвободились, конечно. Но там биг бой. Реально, биг бой идет. И он спамит мелочевку. Ай, блин, вот там появляется возможность поставить мортиру. Если бы мы там хотя бы мортиру поставили, это было бы уже плюсом, понимаешь? Мы не можем ее там поставить, потому что у нас вот это сейчас жива. Они их убьют. Надо там сразу стены ебануть. Стены ебануть и сразу откупаться, блять. Только они подходят. О, они мортиру ломают, мужик. Угу. Только у нас проблема в том, что там идет здоровый дядя. И он, к сожалению, сейчас просто сделает нам проблем. Надо лучников делать опять. И большой дядя, он идет, по-моему, на пролом всегда. Ему, по-моему, пофиг, день, ночь. Вот он сейчас до сих пор чапает. Уже как бы луна садится, а ему пофиг. Он мелочевку высрал и идет дальше. Ну, с богом. Пусть мои ребята здесь сейчас справляются с этим говном здоровенным. Справились. Ай, господь, господь, какой это ужас просто. А строители-то у нас хоть есть? А, ну да, там есть, я видел. 59-й день. Супер. Монет тютелька в тютельку хватило. И вот эти вот двое из лорта мне нравятся, которые на вышке у нас сидят. Ну, ни хрена не сделали буквально для победы, но сидят гордые. Ну, нихуя не сделать. Ладно, пусть строители бегут. А, слышь, отряд сейчас просто бежит. Это что? Да потому что я их вызвал, просто пиздиться и все.
Не, ну ты, конечно, гений. Но я что-то сомневаюсь, что прокатит. Прокатит. Ну вот они уже добежали, они же с портала нахуй просто снесут и все. Ну я сомневаюсь, что они его снесут. Я, конечно, в них верю, но не настолько. Так, понял, парни деньгами делиться не собираются с правой стороны. Хотя ладно, я погорячился, навалили. Так, взлом ебало. Производим быстро. Я мортирку делаю. На стену сразу сюда. Чё там, как, нормально продвигается? Ну. Вот всё, блядь. Делов-то, идиоты, нахуй. А теперь на стену близко бежать, да, дебилы, нахуй? Не правда ли? Ебанутые, сука, животные, нахуй. Не, ну они твари, конечно. Просто безмозглые дебилы, реально. Надеюсь, ты на максимум апаешь? Да. Отлично, ну все. Вот и все, нахуй. Вопрос решен. Надо было сразу так сделать. Купанул читарь. Найми типов пока, хули. Хуя нету. Сейчас я буду так делать. Говно ебаное бежит. Ну-ка, отъебать всех. Всех, кто есть, отъебать. Алло, сукины дети, отъебать, я сказал, всех. О, ёбаный рот. Что, сломали вот стену? Ну да, сломали. Ну нормально, ебать, там два гиганта идет. Нормально? Ну, нормально, нормально, слушай, нормально, они отобьются и нормально. Сейчас вот как раз стена вот есть вторая. Блять, мортире пизда. Жаль. Рафлан, поминки для мортиры. Да. Не, нормально, мортира там охуенно все сделала. Она огненную кинула, там все сдохли, блядь. Вся мелочь. Мне опять в кошель насрали. Вот эти парни, конечно, разъебывают нормально. Здоровяки, да, они потичи. Да, да, да. А, все, нормально, они победили. Ну вот и все, ебаный в рот ваш, блядь. Делов-то нахуй было, ебаный в рот. Клоунада ебаная. Вот ради чего нахуй это все было? Я не знаю, Миша. Это цирк ебаный, он кому нахуй нужен-то был? Я вообще без понятия. Я сейчас ставлю фермы здесь. Три штуки. Чтоб с этой стороны тоже деньги были. Наконец-то. Сейчас ночь. Да ночь, да. Но это хуйня. Ночь уже это хуйня. У меня тут столько типов, блядь, что они отобьются. Мортиры нет, да, в принципе, похую. Я сейчас закажу, чтоб привезли. Не, конечно, если надо слева еще рубежи эти укреплять, потому что если эти две стены пробьют,
Тут жопа всем фермерам будет, а тут три или четыре фермы. Да там есть дальше, нормально. Надо лес только срубить будет и все. Вот, лук валяется. Под забор. Одна была, и все, смотри. И до портала просто нету ничего. Ну как будто бы надо идти его бить просто, и все. Ну, денег нет. И забывать про эту сторону. Денег нету, да. Деньги надо копить. О, рыбёху мне достает. Спасибо. Парень. Так, чё, Мишань, давай, наверное, будем заканчивать потихоньку. Да, давай. Грусти. Наконец-то мы отстояли левую сторону. В следующий раз уже будем наказывать этих чертей за то, что они к нам сунулись. Чудом, блядь, конечно, отстояли. Ну это пипец просто, я с таким первый раз сталкиваюсь. Что-то Арни фартануло, я бы сказал. Ну так, слегка, я бы сказал. Самую малость. Нам еще надо кирпичи открыть, чтобы улучшать дальше свои постройки. Понятно, блядь. Где их только нахуй достать, блядь? Где их только достать, это вопрос. Хрена, откуда у тебя столько денег? Ты там кого на заказывал? Копьеносцев, что ли? Чего? Не знаю, народ что-то обычный в твою сторону прям в свой несется. Не знаю. Может быть. Парни, давайте-ка забор сначала построим, а там уже, блядь, видно будет. Бомжи бегут. Капец, с твоей стороны денег етить море просто. Так, просто все. Море. А ты с правой стороны снес все, что ли? Да. Серьезно, там больше ничего нету? Да, ничего нет. Думаешь, я бы к тебе пришел тогда? Не знаю, но вдруг. Нет, я все снес у себя нахуй. Примерно дней 5-7 назад. Да, и с моей стороны вот такой потнич. Ну, с твоей стороны пиздец, да. С твоей стороны какая-то хуйня. Невменяемая, честно говоря. О, господи, откуда столько денег? Я их просто бегу и выкидываю. А может вкинуть их вот сюда вот просто? Потому что это просто прикол. У меня они высыпаются нон-стопом. Это чё? У тебя заварушка? Ну да, я портал ломаю.
Ладно, ты король все-таки. У меня, правда, денег, блядь, уже нет. Но не знаю, справиться или нет. Не знаю. Вот я тоже не знаю. Посмотрим. Может справиться. У тебя рыцаря одного убили, да? Да, да. Ну, сукины дети, блядь, давайте нахуй. Блядь, убили его нахуй. Ну, почти, там, еще вот один раз сделать, и нормально будет. Еще один рейд? Угу. Так что надо нанять тебе. Ну, я одного нанял. Типочков я тоже здесь ковыряю. По максимуму, по всей карте пособирал. А у тебя с правой стороны только один лагерь был? В смысле? Ну, в прямом. Какой лагерь? С беженцами, нахуй? Да, да. Да, один. Улучшил добор там? У меня денег нет. У меня тоже. Мне не хватает одной монеты. Сука, у меня одна монета была как раз. А, нихуя, у меня не оказывается ни одна монета была. Ты крутой, Мих. Там, блядь, скампроектик произошел вот, небольшой такой вот. Сейчас до тех земель добегу, блядь. Не, там денег вообще сживать можно. Тут лутаться, блядь. Бесконечно. Шикарь по денежкам, лутаться. Да, далеко я тэпнулся. Случайно нажал. Сейчас вот здесь нормально нагадят, смотри. Ну, а не следующая ферма. Ну, не знаю, дохуя. Я даже боюсь брать это все. Потому что оно мне уже сейчас будет не влезать. У меня полный. У меня почти. Я его сейчас добью чуть-чуть. Ну тут вот сейчас не срут, блядь. Все, я больше не буду брать, уже вываливается. И тэпаюсь налево тогда. Ну, логично. Вопрос, только там два отряда? Потому что да. Я вижу, один идет этот рыцарь в золотых штанах. Так, нахуй, буль-буль-буль, карасики, блядь, купались пидрасики. А, он, сука, не дошел еще, ёбаный в рот, нет, блядь. Вот он идет. Он прям идет максимально не спеша. Я ему еще денег надавал. И он вообще теперь никуда не торопится. Хотя, по идее, должен был побежать. А ты его можешь, типа, отправить, нет? Нет, он еще не дошел, команду не сформировал. А-а-а. Я просто подумал, что ты его отправишь, и он может это быть... Мы его рот ебали. Ускорится. Чехули, где строители-то все? Не знаю, направо убежали, наверное. Сдохли, блядь, от рака. Да? Не, ну здесь такое количество лучников, что мне кажется, они должны сами портал этот загасить без каких-либо проблем. Без этого предводителя. Сука, сукин ребенок, блядь, что ты строишь, блядь? Куда вот он мортиру повез? Ну, потому что я забор тут убрал. По идее.
что он строит вышку, чтобы туда один ублюдок сел. И пошел вместо того, чтобы сейчас забор ставить, он пошел дерево твое. А, нет, он пошел строить портал. Пизда. Да? Это пизда, кстати. Да? Ладно, они убегут в другое, блядь. Зато рыцарь пришел сюда. Магомед. Нахер он, вот он сюда дочапал сейчас. Отряд сформировал, и что? Сейчас побегут обратно, хули. А он вообще не выкупает, что надо делать. И лучники, а вот они только сейчас сообразили, что надо бежать. Некоторые, а до некоторых не доходит, вот только сейчас дошло. Ну вот он сейчас не построит, он уже не успеет забор построить. Не успеет. Соло точно последний не успеет. Слетай на портале, найми строителей, блять. Да они есть. А где они нахуй? Просто они бегут через всю карту. Как тупорылые, блять. Ну ладно, здесь оборону должны отдержать. Ну, мне кажется, сейчас успеет достроить, блядь. Нет, не успел, сука, ёбаный урод, блядь. Просто чуть-чуть, нахуй. Ну, был бы он не один, успел бы. А так вот к нему вот сейчас только бежит помощник, чтобы зафидить. Смотри, как торопится. Он очень хочет умереть. Передумал резко. Если он дерьма ебаный, лучше... А, ладно, иди нахуй, короче. Идиот, блядь. Ебать, мясорубка, блядь, просто. Да, есть такое дело. Чё, клоуны, обратно на работу, блядь. Ебанутые, блядь, животные. А, паренёк на обратке, блядь, ебанул тех, кто, блядь... Ой, блядь, мем. Ой, мем. День 83, блядь. Да. Нормально. Кибиди-доп-доп. Ой, блядь. Откуда ж, блядь, два долбоёба-то высралось, блядь? Откуда ещё два долбоёба высралось? Кто расскажет, то а покажет, блядь. А он побежал дерево рубить, понял? Пусть голову себе нахуй срубит топором, блядь. Ебанат. Ладно, хули, прокачивайте вышку ослу этому, блядь. Что, он просто так тут сидит, блядь, что ли? Кукурузу нахуй охраняет. Так, ну я как будто бы вижу два отряда, слышишь? Ну, что там, их можно уже это? Да, все, погнали. Все, пусть пиздуют. На завод, парни, на завод. Быстро нахуй. Живо, блядь. Смена на заводе, парни. Ой, давайте добивочную делайте и... Я сегодня все. Три подхода, ну ты немножечко заебался, да, вот с этой хуйней. Я очень, так ты понимаешь, ну это бред просто. Мы этот остров. Мы этот остров должны были пройти. А что такое, парни? Сломали! Сломали, блядь! Да ну нахуй клянитесь, блядь. В прошлый раз можно эту хуйню было сделать? Нет. Сука, уроды, блядь, ебаные. Да, ну цирк он так, собственно, и выглядит, понимаешь? А, цирк это он так и строится, блядь. Цирк уродов. Что-то я зачем-то побежал, надо было тэпнуться. Ой, ой, откуда миллион строителей-то, блядь, пришло нахуй? Откуда, ебаный в рот? С той стороны, дружище. Просто, сука, тупоголовые звери, блядь. Ладно, нормально. Главное, что мы справились. Какие, сука, уроды, блядь, это пиздец. Главное, что мы справились. Ладно, Мишань, давай будем кончать. Кончили уже в попку, блядь. Это правда. Сейчас вышечку нахуй построю как раз, блядь. Высечку. Мне банкир решил денег выдать под конец стрима, спасибо. Сколько, 5 копеек, блядь, там насобиралось? Микрозайм. Не, он мне прям фулл кошель накидал. Прям нормально, постарался.
Вау, парень. Ой, ладно, Мих, давай, до свидания, говори. Ну, всем спасибо, всем пока. Сегодня стрим у нас, блядь, немножко на очке и в очке. Да, и на качке. И мы немножечко в очко нам накончали, но это не бывает. Не бывает без этого, блядь. Это не бывает. Не бывает этого. Но это бывает настолько часто, насколько это возможно, блядь. Да, это правда. Ну, в общем, всем спасибо, нахуй, кто смотрел, блядь. Надеемся, в следующий раз, нахуй, не будет такой ебли адской. А мы на какой? Мы на средней же сложности играем. Я не знаю, я даже не видел, что ее можно ставить. По-моему, да. Да, средняя сложность. Ну, у нас нормально, Еврот. Да, ебут, ебали. И будут. И будут, да. Аминь. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр, всех было рад видеть. Ссылочки находятся в описании под видео, подписывайтесь на социальные сети, чтобы не пропускать новые прямые трансляции. Чатик в Дискорде, в Телеграме также присутствует, подписывайтесь, пообщаемся. Колокольчик тоже жмакните, чтобы уведомления вам приходили о начале новых прямых трансляций. Всех обнял, приподнял, на место поставил. До встречи в следующей серии прохождения игрушечки Королевство Две Короны, собственно, да, так игрушечка называется. Всем удачи, всем пока-пока, ребятки.